Хей-хей-хей! Всем привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале, и мы сейчас с вами начнем смотреть очень-очень интересную тему, которую я вам сейчас расскажу. Что ж, погнали! Мы сейчас стоим возле моей комнаты, в которой я живу уже приблизительно где-то 3 недели, и она очень красивая. Посмотрите, чего стоит только одна дверь. Очень красивый цвет. Вот это вот я не знаю, что такое. Ну, а мы пошли с вами дальше. Что ж, я хочу показать, вот здесь у нас такой второй этаж, там есть такой красивый. А это у нас, кстати, коридор. Здесь вы можете вешать свои вещи. Вот, допустим, вы пришли с работы, устали, такие уставшие. И вы можете повесить на вот эти гачочки свои вещи. Дальше мы с вами посмотрим вот такие шикарные картины. Вот это вот обычно такие магазины в Чехии, здесь красивые. Вот это вот у нас такие красивые картины, на которых изображены тоже всякие различные вещи, магазины, столики, наш коридор. Вот здесь у нас есть такие батареи, в общем. То есть, если бы сейчас была зима, вы бы смогли согреться вот возле этой батареи или попросить хозяина, чтобы он включил, чтобы вам не было холодно. Также в коридорчике у нас стоит вот такой вот зеркальный зал. Тут обычно люди подстригаются, ну, делают себе стрижку. Правда, я еще здесь не пробовала делать какие-то эксперименты, только разве что расчесывалась, да? Это такой умывальничек, ну, а там идет у нас душевая, она вот такого плана, я вам сейчас покажу. Вот, это наш душ. Правда, здесь сейчас немного нету света, потому что ну, идет как бы немного ремонт. Вот, туалет есть у нас, ванна вот такого плана. Также есть у нас здесь мини-библиотека. Да, вы не удивляйтесь. Вот тут у нас есть такие креселки и есть вот такой шкафчик. То есть вы можете брать себе любую книжку здесь и читать совершенно бесплатно, потому что чехи, они очень добрый народ, как бы добрый, да, я оговорилась. В общем, ну, вот такая вот библиотечка у нас есть здесь. Вы можете садиться и читать. Здесь есть аж 2 душевых. То есть вы можете вот удружить. Видите, что написано на табличке? В общем, здесь еще один душ, оказывается, есть. Посмотрите, какая красота, занавесочка такая интересная, да? Вот такая она с кругляшками. Ну и, в общем, вот это, собственно, душ. А это вот так вот выглядит туалетная комната. Ой, боже, что я здесь делаю? Так, идем. А сейчас мы с вами зайдем на вот такую красивую кухню. Она большая, я здесь уже готовила несколько раз. В общем, я вам сейчас покажу, как выглядит наша микроволновая печка. Смотрите, какая красота. Вот это наша микроволновая печка. Я на ней тоже уже несколько раз готовила, представляете? Она может готовить даже пиццу, там, не знаю, всякие различные продукты. В общем, все, что вы хотите приготовить, вы можете приготовить, воспользовавшись вот такой вот микроволновой печью. Она очень легко открывается. Также у нас здесь есть морозилка. И есть вот такой отдел для продуктов. В общем, чайничек есть, чтобы подогреть чай. Также здесь находится... Вот это, кстати, наш коридор так выглядит. Посмотрите, как красиво. Видите, как шикарно здесь? Я просто хочу заснять себе на память, потому что, ну, действительно, мне это все дорого и... Знаете, я люблю каждое место, где я жила. Для меня это как отдельный случай. Вот эта вот кухня сама по себе так выглядит. Я просто обожаю эту плиту. Я на ней уже
столько раз готовила дежурные. Дежурные у меня здесь получились просто потрясающие. И вы знаете, я на этой кухне действительно начала готовить. Не знаю, почему я до этого не готовила, но я готовлю для своего любимого человека, и я надеюсь, что ему нравится, как я готовлю. В общем, кухня вот такого вот плана, как бы. Вот, вы только не смотрите, что тут немножко что-то недомыто, я посуду мыла. В общем, это такая раковина и столик с вот такими вот штуками, на них тоже можно приготовить что-нибудь вкусненькое. Я там готовила кутабы, жарила, да, я помню, на сковородочной плите. Вот такой вот шкаф у нас здесь есть. В общем, с кухней мы закончили, идем дальше. Сейчас мы с вами посмотрим мою комнату. Но перед этим я хочу вам показать, что же здесь творится сверху. Вот так вот выглядит первый этаж у нас, когда я снимаю отдельно, видите? Вот это там, где начинались мои съемки. Ну, в общем, а вот так вот у нас выглядит наш второй этаж. Я вам сейчас покажу. Вот это вот так начинается наш второй этажик. Здесь очень просторно, очень свежо. Здесь, в общем, просто тоже прекрасно. Прекрасное место. Здесь есть такие комнатки. Раз, два, три. То есть, чтобы здесь поселиться, вы должны договориться предварительно с хозяевами отеля, написать им на электронную почту, или же просто заходите как бы в ресторан, там договариваетесь, да? Ну, в общем, что ж, вы уже поняли, как оно выглядит. Так, и мы с вами сейчас будем смотреть, как выглядит все дальше. Вот здесь у нас есть такой красивый диван. На нем обычно люди курят. Да, у нас тут так. То есть, если вы любитель покурить и выпить, вы можете приезжать сюда, и после работы у вас есть возможность курить, пить, отдыхать. Это дальше идет вот такой вот коридорчик. Вот. Ну, то есть, понимаете, тут жилье как бы есть. И на первом этаже, и на втором этаже, как вы поняли. И здесь есть вот такая вот красивая душевая с такими красивыми розовыми занавесками. Я очень удивлена, потому что они действительно розовые. Вы только посмотрите, какая красота. Это ж мой любимый розовый цвет. Очень красивый душ здесь наверху. Вот такого плана. Ну, а там, конечно, столик. Также здесь есть вот такая вот плита, на которой люди готовят. И еще один коридор есть, там, в общем, комнаты есть. Ну, а это такая вот кухонька у них здесь растушевана. А это я. Всем привет. Всем привет, мы в Чехии. Рассматриваем жидло. Ну что ж, мы пошли дальше с вами. Это такая вот кухня, в общем. Интересно. Ладно, пойду-ка я отсюда. Все-таки сейчас живут люди. Еще выйдут, посмотрят на меня, что я снимаю. Я просто хочу снять себе на память. Кстати, вот это вот такой видос из окна. Посмотрите, какой классный. Ну, знаете, нужно иногда ценить самые простые вещи, тогда они потом когда-то для вас станут самыми дорогими. Поверьте, я еще буду вспоминать вот это место жительства очень долго, потому что, во-первых, здесь каждый день, пока я здесь живу, еще ни разу не было плохой погоды.
Что же, теперь давайте перейдем. Самое главное, это как вишенка на торте в нашем видео сегодня. Посмотрите, это моя комната. Вот эти цветы мне подарил любимый человек. Тут просто происходил фестиваль. Там нужно было стрелять из этого самого, из ружья. То есть вы понимаете. Ну, в общем, это мое окно. Здесь тоже вот такая вот мини-кухонька, мое самое любимое место. Здесь есть вот такой вот красивый шкаф. Вот мои вещи, я вам сейчас покажу, как я сейчас распределила свои вещи. Здесь лежит моя куртка. Вот, сейчас я вам сниму, как она выглядит. Вот это вот моя любимая зимняя куртка. Правда, я ее еще покупала на Украине, не здесь. Такие вещи не продаются, потому что я пытаюсь искать всегда более такие эксклюзивные вещи. Ну что ж, здесь я ложу всякие такие лосины, там всякие вещи такие. В общем, комната очень сделана в красивом стиле, в таком шикарном розовом цвете. Вот здесь вы можете вешать какие-то такие вещи. Сама кухня, посмотрите, какая красивая. Не, ну вот это вот действительно красиво сделано. Наша комната отличается от других тем, что здесь есть даже душ. Представляете? Здесь есть даже душевая комната. Да.